С вами Ольга Джерл и Amazing Russian. Здравствуйте! Это вы уже знаете. When comparing two objects or actions, we use comparative adjectives and adverbs. Компаративы. Лучше, красивее, интереснее, чаще, меньше, больше, менее красивый, более интересный. А сегодня давайте сравним одну вещь со многими другими. Для этого мне нужна будет книга рекордов Гиннесса. Вы знаете, что такое книга рекордов Гиннесса? Конечно, это книга, где зарегистрированы рекорды мира. Какая самая большая страна в мире? Канада, США, Россия, Китай. Конечно, вы знаете, что Россия – самая большая страна в мире. Самая большая. Какая самая красивая гора в мире? Эверест в Азии, Альпа-Майя в Южной Америке, Килиманджаро в Африке. Книга рекордов Гиннесса говорит, что самая красивая гора – Альпа-Майя, которая находится в Южной Америке. Какое самое маленькое государство? Монако, Мальта, Ватикан. Самое маленькое государство – это Ватикан. Где находится самая длинная улица в мире? В Торонто, в Канаде, в Нью-Йорке, в США, в Москве, в России или в Гонконге, в Китае. Самая длинная улица находится в Торонто. Она 1896 километров. Где находится самый дорогой отель в мире? В Испании, в Италии, во Франции, в Греции. Книга рекордов Гиннесса говорит, что самый дорогой отель находится в Греции. Номер в таком отеле стоит 50 тысяч долларов. Где находится самое маленькое метро в мире? В Италии, в Израиле, в Иране, в Украине. Самое маленькое метро в мире находится в Израиле. Оно называется Кармелит. Оно всего 1803 метра. Сколько стоили самые дорогие джинсы? 1050 долларов, 3050 долларов, 5050 долларов. Самые дорогие джинсы Gucci стоили 3050 долларов. Когда мы сравниваем одну вещь со многими другими, мы используем слово «самый» плюс прилагательное. Это превосходная степень прилагательных или суперлатив.
самый большой, самый дорогой. Самый дорогой отель. Самая длинная улица. Самое маленькое метро. Самые дорогие джинсы. The adjective самый plus another adjective plus a noun. Both adjectives must agree with a noun in gender, number, and case. Какую самую смешную комедию вы смотрели? Самую смешную комедию. Accusative inanimate, direct object. Где можно узнать о самых популярных фильмах? О самых популярных фильмах. Prepositional with a preposition «о». На кинофестивале можно увидеть самых известных актеров кино. Самых известных актеров. Accusative animate. Direct object. Сегодня вы узнали. How to describe the highest degree of quality using superlative adjectives. Суперлативы. The adjective самый plus another adjective. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели это видео. До следующего раза!